Иностранные террористы ИГИЛ отказываются участвовать в боевых действиях. Об этом пишет газета «Вашингтон Пост» со ссылкой на документы, которые военные нашли на базе экстремистов после освобождения Мосула. Многие иностранные исламисты осознали, что членство в группировке – это не тот ислам, за которым они шли, а ложный. Тем временем в Нидерландах приняли закон о лишении гражданства пособников ИГИЛ. Мера касается только людей, имеющих двойное гражданство. Документ стал частью пакета антитеррористических мер для борьбы с исламистами, которые возвращаются из Сирии и Ирака.